Hello, my dear friends. Let's do exercise number 4 on page 16. Запиши слова в тетрадь, выбрав необходимые буквосочетания. Мы подобные задания уже делали. Здесь у нас не буквы, а буквосочетания. Нам нужно переписать сначала вот эту таблицу в черновик, для того, чтобы и не пачкать учебник простым карандашом. Обращаем внимание, что все эти буквосочетания состоят из согласных, и во всех из них есть одна общая согласная, это H. И вот я переписала слова, и мы будем с вами опять методом поиска искать эти слова. Сначала нам нужно найти слова, которые мы проходили вот с этим буквосочетанием TH. На странице 15 нашли, и рядом данные слова TH, также есть здесь WH. Первое слово mother. Ищем, есть или нет. А, нашли, вот. Значит, здесь мы записываем mother. TH. Вот сейчас мы ищем TH. Mother. Записали. Ищем следующее слово brother. Brother. No. With. No. This. No, they. No, then. No, that. No, the. No. Teeth. Teeth. Yes, it is teeth. Записали. Teeth. Thanks. Thanks. No, three. No. Think. No. А сейчас ищем слова с буквосочетанием WH. Whale. Yes, it is whale. Записываем. WH. Получается whale. White. No. When. No. Why? No. What? No. Who? No. И переходим уже к следующим буквосочетаниям. Это PH, CH and SH. И точно так же ищем по каждому слову по отдельности. Читаем первое слово, например, ship. И ищем здесь, есть или нет. И так до тех пор, пока мы не завершим все слова.